Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Просвещении. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. До этого как-то мы смотрели ночной крем «Сияние энергия», а это появился дневной крем антиоксидантный для лица, витамин С, гиалуроновая кислота. Осветляет тон кожи, придает сияние, предотвращает появление морщин и оказывает заметный лифтинг-эффект. Стоимость тоже 77 рублей. А это крем-масло «Кокос» для тела с плотной, но моментально тающей текстурой. Вот видите какой. Я вообще люблю аромат кокоса. Мне нравится. Тоже 77 рублей, 150 миллилитров. Очищающая пенка мусс для умывания. Воздушная текстура, не сушит кожу, чистые поры для нормальной и комбинированной кожи. С курком. Я так понимаю, что здесь будет выходить пенка. При нажатии будет выходить пенка. Как фэри. Вот там есть в флаконах фэри тоже. А вместо фэри выходит пенка. 150 миллилитров, тоже 77 рублей. И смотрите, какая у нас появилась новинка. На кроватку похоже детскую, да? С ножками. На самом деле это корзина. 38 на 28 и 20 сантиметров в высоту. Корзины можно ставить одна на одну. Получится модульный такой. Вот, видите? Вот. Оп. И корзина стоит. Если надо сложить корзину. Оп. И вот опять. И получится целая этажерочка. Вот, смотрите, какая красота. Она глубокая, вместительная. Смотрите, есть серый цвет, синий. Серенький тоже неплохо смотрится. Но я бы вот предпочла лучше беленькие. Это синие. А вот белых нет. Почему-то белые они не изготовили. Может быть, в других магазинах и белые есть. Изготовленные из полипропилена за 199. А зеркало неплохое. Мне нравится, что оно прям большое. Я так понимаю, что оно с одной стороны увеличивает, а с одной стороны, а с другой стороны нормальное зеркало. Стоимость 249 рублей. Основание деревянное. Скорее всего, бук или осина. Написано просто дерево и стекло. Мне нравится, симпатичное. Цена, конечно, большая. Сумки для документов. Их, по-моему, давно привезли. А я на них только обратила внимание. Все разные. Имеется ручка. Удобная. И стоимость 199. И обложка органайзер для документов. Состав ПВХ. Такой большой довольно-таки. И здесь очень много вкладышей. Видите, можно и под маленькие документы, и под большие. Сейчас у нас свидетельство о рождении, это какие здоровые. Вот, все сложил. Но я так думаю, чересчур большое, можно было сделать поменьше. Вот куда такую, да, сосовывать здоровую. А вот еще папки с ручками светлые есть. Задумка хорошая, но очень-очень большой, мне кажется. Кто не купил шапки? Вот еще раз показываю шапки за 199 рублей. 4-5 лет для мальчиков, я так думаю. Вот такая расцветка. Тепленькие внутри. За 200 рублей. Отличная шапка. Есть и для девочек расцветки. Я их как-то уже показывала, но давно. Ушки закрытые. Смотрите, какие классные. Прикрытые ушки на завязочках. Хорошая. Очень хорошая шапка. Мне кажется, можно обязательно взять. Жалко, что одна у меня выросла, внучка, одна-то совсем взрослая, а маленький еще совсем маленький. А то бы я взяла обязательно, хорошие. И маечки, смотрите, какие симпатичные, с вишенками. Майка детская, 99 рублей. Размеры разные, я так понимаю. И 95 хлопок и 5 лайкра. Какая хорошенькая, беленькая. И вот размеры здесь разные. Все беленькие, светленькие. Все так аккуратненько лежит. Молодцы, девчата. И майки мужские тоже есть.
Вот такие белые майки. Стоил без карты 149, а по карте 127 рублей. Шапка 249 рублей. Размер 56-60. И зачем-то к ней приляпали вот такие стразики. Мне кажется, они все портят. И состав 100% акрил. Вот такая еще тоже 249. Вот эти термопиалы интересные. Мы, если, допустим, выложить какой-то салатик, да, и он будет как будто бы парить в воздухе. Двойное дно. Интересно. А стоимость 199. Конечно, дорого. Опять нам пришли изделия из дерева. Такой декоративный поднос с двумя ручками. Изготовлен из МДФ. Видите, как они приспособили для свечей. Разный дизайн. За 249 рублей. А также у нас есть еще вот шкатулки, какие-то ящики на колесах. Не знаю. Целый набор можно собрать деревянный. Только зачем он нужен? И вот коллекция. Захотела я взять вазу, и теперь ее не вижу. Вот такие различные вазы есть, а такая как бутылка, мне так понравилась. Захотела я ее теперь приобрести, а ее нигде нет. Буду искать. Может быть, в каком-то магазине еще и остались. Вот тоже из этой же серии, из деревянной. Ключница. Шкатулка. Ну и давайте немножко пройдем по Новому году. Давно уже не показывала. Очень мне нравятся вот эти гирлянды новогодние, шарики. Длина шнура, конечно, не очень большая. Что-то, по-моему, 1,70 м, 1,60 м даже. А мне нравится. Даже подумываю приобрести. Это вот с голубым оттенком. Но мне нравятся серебристые. Большие шары такие, классные. Мелких различных полно, а таких нет. Стоимость 299. Ну и эти вот мне нравятся тарелки новогодние. Такую я вот недавно показывала прям. И эту тоже. Симпатичные. Вот именно доставать в Новый год, да? Украшать стол. Красиво. 249 рублей. И такие еще тарелки там были. Звезды, по-моему. Еще что-то. А, ну вот и банка новогодняя. 600 миллилитров. И тоже 249. А еще мне нравятся вот такие. Большие кружки. Я с таких, конечно, пить не очень люблю. Но дизайн мне очень нравится. Там еще один дизайн есть. Здесь я знаю очень много любителей пить с больших кружек. Чашек. Красивые. 299. Вот эти тоже симпатичные. Снежинки. Это подешевле, 199. А вот коробка подарочная новогодняя. Мне кажется, очень дорого. 249 рублей. 19 на 19 и 10 сантиметров в высоту. За 249 рублей. Это круто. Мне кажется, и красная цена 99 рублей. Но никак не больше. И елочки мне вот эти тоже нравятся. Светильник зажигаешь, она будет так гореть симпатично. 25 сантиметров, 249. Есть такие же беленькие. Беленькая мне больше нравится. По-моему, это с прошлого года. Она не уместилась, вон, аж согнулась. Вот эта высокая не уместилась и выгнулась аж вся бедненькая. Скорее бы ее купили и выпрямили. И свечи мне нравятся. Видите, шишечки свеч. Такие симпатичные. 4 штучки здесь с елочками есть, серебряные, и шишечки. 149. И у нас появилось зарядное устройство сетевое за 99 рублей. Вот, в двух цветах, в черном и в белом. И характеристики. Ух ты, какая коллекционная игрушка. Смотрите. Здесь разные. Можно выбрать.
А мне кажется, мальчику на подарок прям самое то. Такие яркие все. Классные. И стоимость сколько? 199 рублей. Вот такие бывают. Интересные. Интересно мне посмотреть, из чего состоит. Металл или пластик? Металл все-таки, наверное. Полиэстерол и термопластичная резина. То ли это колесики металлические, то ли... Нет, мне кажется, сам корпус металлический. Неплохие машины. А вот такие за 149 рублей. Вот, более такая. Тоже коллекционная, как спортивная. А вот, смотрите, какая. Синенькая, тоже спортивная. Тоже можно прийти и выбрать. Это вот вам идея для подарка. У меня теперь тоже внук растет, поэтому я стала обращать внимание на машины. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!